хороший мах руками обязательно. Все, все твои движения. Вышел, правую ногу подобрал сюда. Пошли. Пойдет. Под низ мяча ударил, поэтому полетел больше вверх. Поторопился. Оцени сначала мой наброс, то есть оцени мой пас. Раньше ногами вставай, раньше ногами. Хорошо. Кистью не попал, на нижнюю часть отпустился. То есть чуть-чуть опоздал, чуть-чуть. А я сейчас не прямой рукой был? Более или менее. Но он отпустился, поэтому она чуть была согнута, поэтому еще и сюда попал мяч. Пойди. Говори. Вперед прыгнул. Вперед прыгнул, потому что опоздал. Ой, ё-моё! Держи руками спокойно. Движение не забывай. Движение ног. Руки на месте, движение плавное ручками. Плавное. Я не торопись, не суетись. Как спокойно. Ноги не выпрямил. Отвалился, да, прошел его. Довернулся бы, все хорошо было. Плечо. Плечо пойдет, все остальное пойдет за ним. Плечо чуть остается больше сзади. Старайся плечо вывести вперед, когда бьешь. Да, плечо вперед.